Давным-давно, в незапамятные времена, жил-был король. И было у короля сокровище. Однажды король отправился в далекое странствие, а сокровище доверил охранять двум отважным рыцарям. И вот их история. Трематода, листовидный глист. Это что-то типа рака? Одна из его причин. Так, сколько у нас сегодня? Раз, два, три, четыре, мистер Отвертка. Кровь дракона усмиряет его. На это ненадолго. Походу, это дерьмо по-прежнему продолжает расти. Пять, не считая одного доктора. Ты хоть вообще слышал, что я тебе говорю? 44, всего 44. 44. Ебать! 44. Эй, камон, ну хватит уже! Тебе что, действительно неинтересно узнать, что мы охраняем? Королю бы это не понравилось. Да ты не ссы. Никто не смеет трогать его сокровища. Мы одним глазиком глянем, а трогать ничего не будем. Началось. Блять. Опять. Одна синяя. Две красные. Еще одна синяя. Синяя одна? Одна-одна, не тупи. Как ты вообще в этом понимаешь? Тебе не кажется, что это баг в игре? Я не понимаю. Я анализирую. Приехали. Приветствую вас.
вас, доблестные хранители сундука. Близится возвращение короля. Что? Я подзаебался. Скорее бы уже. Но впереди финальная битва. А после каждому воздастся по заслугам его. Извини, кроссовок не было в следующий раз. Ебать. Братик, медикаментик, ты что? Ты что? Да что она тряска? Ты хоть бы меня привязал. Жрать надо было меньше. Забыл? Чревоугодие – смертельный грех. Блядство – это тоже грех. Но тебя это никогда не остановило. Зато тобой можно дырку закрывать. Тихо. Опа, кого-то еще принесло. Только бы не Серафима. Кто, блядь? Это ведьма со стеклянным глазом. Она видит истину. Не неси дичь. К таким мудакам даже ведьмы не ходят. За сундуком смотри. Мы хотели бы... Соседи сверху или снизу? Снизу. Мы слышали, что у вас... А с какой квартиры? Из 71-й. Пацан, а папа дома? Папы нет. Но он просил вам кое-что передать. Идите нахуй! Я вас не ждал! Говноед! Чё, думаешь, самый хитрый? Тебе и твоему зомби-корешу хана! Понял? Аптека, ты здесь? Что там пишут? Вы отпугнули стаю злобных троллей, но не теряйте бдительность. Тролли. Злобные тролли. Я знаю, где мы. 5-й сектор. Земли магов! Соседей нет. Угловая, значит. Красно-синее светило. Температура растет, давление поднимается, все сходится. Сука. Ты как там? Не переживай, сейчас попустит. Нам просто нужно охранять сраный сундук. Скоро придет король, и все закончится. Что-то тут не то. Мы не просто бродим по уровню. Мы все время спускаемся вниз. Мутит что-то твоя принцесса. Если это земли магов, то пули нам не помогут. Дай что-нибудь потяжелее. Окей, принял.
может, Толя, я все жду, жду, а ты не идешь, Анечка уснуть не может, а ты все по друзьям, да? А может, тебе водочки? Холодненькой! Рюмочку! За здравие! Или за упокой! А может быть, пол-литра в одного? Что, Толя, горят трубы, а? Я завязал. Вся жизнь перед глазами. Яркий свет и все такое. Где это все? Последний, 40-й уровень. Ровно 40 дней, как я здесь. В
Все это время кровь дракона давала мне жизненную силу, полностью затмевая разум. Неделю назад я перестал колоть эту дрянь. И я вспомнил, кто я. Один из многих ублюдков, попавших сюда за свои грехи. Но вместо искупления мы лишь накапливаем новое, в ожидании великого пришествия. Я не знаю, кто такой король. Дьявол или бог? Да и бог у каждого свой. Вот только какое бы сокровище мы ни сторожили, самое дорогое – это наша душа. И король идет именно за ней. Я слышу его животное рычание за дверью. Он уже здесь! Все нормально, король уже близко. Погоди-ка, что ты делаешь? Нам нельзя. Можно. Это наше. И оно изначально принадлежало нам. Сокровище короля? Нам? А что для тебя сокровище, брат? Деньги, бриллианты, хата, бабы, машина дорогая. Что? Буксуешь, аптека? Ты знаешь, что там? Разные, а сокровище, брат, а сокровище одно, а я за свое буду биться до конца. Just stop pretending.
candle burns under sea.